Иркутская область готовится к юбилею. Около 350 культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий пройдет в этом году по случаю 85-летия региона. Накануне в правительстве состоялось совещание под руководством губернатора Игоря Кобзева. Как отметил глава региона, очень важно, чтобы празднования сопровождались реальным улучшением качества жизни жителей. Прежде всего, это касается строительства и реконструкции социальных объектов, а также формирования комфортной городской среды в рамках одноименного национального проекта. Для организации юбилейных торжеств в регионе собрана межведомственная группа. Мы сумели консолидировать все межведомственные силы для того, чтобы достойно отметить эту годовщину 85-летия. Значит, запланирован большой круг мероприятий, который послужит, по моему мнению, в деле патриотического воспитания наших граждан по отношению к нашей малой родине, Иркутской области. Мы родились здесь, живем. В сентябре по случаю знаменательной даты будут работать две выставки государственных музеев. В конце августа Государственный русский музей привезет выставку раннего авангарда. Вместе с тем в областном центре пройдут Дни Эрмитажа. Последний раз выставка знаменитого музея приезжала в Иркутскую область в 2011 году.